ребята, чтобы еще раз отдохнули, вот зашла Лиля Старикова, это замечательная петербургская поэтесса. Здесь сидит Светлана Усина, великолепная питерская поэтесса. Если кто-то, вот, кого я не назову, не обижайте, да, пожалуйста. Здесь сидит сильная, смелая, как лебедь белая, Ольга Виор, которая пишет, для кого она только уже не пишет, да, Оля? Вот, то есть, я здесь Ваенгу встретил в этой, как ее... Катя, где-то мы были, как это, в капелле, да, сама, слушали Самаре, Верди. Я хотел подойти и сказать «Привет тебе, Атолечки, Виор!» Вот. Она потом, бы не вспомнила. Не вспомнила, да? Ну ладно, это я так уже шутя. Вот. Так что вот здесь великолепная Ольга Виор у нас, да? Кого я еще не назвал? Филиппов Сергей сидит здесь, чудный бар. Вот, Оленька у нас сидит, великолепная гитаристка-исполнительница. А еще, господа, Андрей, будь добр, как бобр, встань, пожалуйста. Вот Андрей Некрасов, это, ребят, встань, пожалуйста, Андрей. Этот человек, я хочу его представить не просто так, это великолепный актер. Вот, молодежного театра на Мойке, да. Но, то есть, и я вот недавно... На Фонтанке, о, Господи, извиняюсь, я говорил, да, ну, прошу меня простить, мое давление мне спишет. Вот, эту ошибку. Мы буквально вот недавно с Катей смотрели на его работу. Это чудный человек. Он просто... Ну, знаете что, приходите в этот театр, смотрите на него. Вы не пожалеете. Но это еще полдела. На самом деле, этот Андрей Некрасов еще занял третье место в Москве на поэтическом конкурсе Филатова. Давайте ему похлопаем. Но все равно. Он занял третье место. Вот, поэтому... А ты не это самое, не это. Больше, да? Не вот, да, не тушусь. Феликс. В общем, здесь много людей, которые... Вот Алина Мальцева. Вот это просто. Я Алине благодарен, низкий поклон. Потому что вот, ну, изумительная вот Алина Мальцева. Я просто сейчас еще не имею много сил говорить обо всех, да, вот, и Дима Близнец со своими прибамбахами, вот, полный Близнец, и Марина Ермошкина, вот, можно я пошучу, и, может быть, тебе это обидно, Марина Гармошкина, вот, да, ну, в общем, одним словом, здесь сегодня собралось много замечательных людей, вот, сам Алексей, это самое, сегодня будет петь со своей женой Екатериной, вот, тоже чудно, на самом деле, Алексей Пшеничников и вот Екатерина Самсонова, его жена. Итак, ладненько, в общем, Наталья так... Наталья Астраханцева тоже здесь. А я сказал про Наталью, да, Астраханцеву. Я дело в том, что не... То есть, ну, ладно. Дело в том, что я знаю ее как Астраханцеву, а в ВКонтакте у нее другая фамилия, поэтому я не знал, как сказать. Поэтому... Итак, Чердак.